У входа музея Фридлинские ворота сейчас размещены механизмы разведения высокого моста Хоебрюке, который существовал в Кёнигсберге, который сейчас ремонтируют. Вот. Вот электромоторы, редуктор, шкив, тормозной механизм. Вот. Электропривод, карданный вал. И дальше посмотрите, какие интересные здесь, какие здесь громадные шестерни. Каким образом их только нарезали. О, зубья. Я-то помню, когда этот мост разводился. После войны он еще в советское время работал, его разводили. В 60-е годы, по крайней мере, это работало. Вот здесь какие рейки, косозубые шестерни. Интересно, как эта экспозиция будет в музее использоваться, как они ее разместят. Но само по себе это уже интересно. Жалко, что порезали. Посмотрите, вот срез вала. Все порезали. Не разобрали аккуратно, а варварским способом разрезали. Жалко. Ну хорошо, что сохранили и не сдали в металлолом. О, поглядите, какие механизмы. Шестерни некоторые еще сохранили смазку. О, здесь. Может быть, можно было бы его еще использовать. О, какое зубчатое зацепление. Мало шестерни. И большой, который диаметром 1-2 метра. И здесь шестеренки. Еще механизм. Похоже, они одинаковые. Наверное, один был справа, а другой слева. А, один одну створку открывал, другую другую. Масленка для смазки. Вот сюда набивали солидол. Тут даже, наверное, есть еще, посмотрите. О, даже сохранился солидол. То есть механизм, есть следы того, что механизм когда-то работал. Вот еще одна масленочка. Вот еще одна масленочка. Очень просто работает. Набивали туда солидол. И для того, чтобы он туда дальше под давлением проходил, эту крышку подкручивали. И смазка шла дальше в соединение. О, зубья. Такая работа людей. Еще не сильно изношены. Ну, конечно, он открывался не так часто. А здесь часть ручного привода. Вот четырехгранник. Тут была, видимо, какая-то длинная ручка. И цепная передача. Видимо, в случае отсутствия электроэнергии можно было это привести
в движение без помощи человеческих рук. Еще одна масленка. А это какая-то часть гранитных сооружений, относящихся к мосту. Да, красота. Вот такой был механизм разведения высокого моста. Теперь его детали хранятся на территории музея Фридлинские ворота. Вот еще. А здесь вообще зубья. Посмотрите, какие зубья. О! Так, это, наверное, элемент конструкции. Вот это элемент конструкции, похоже, самого мостовой части, которая поднималась, разводилась при разведении моста. Срез. А здесь, видимо, какие-то колеса крепились на этом валу. И вот эти элементы называются, вот эта шпонка. Одна и вторая. Интересная конструкция шпонка. Не в пазы, а часть среза. Ну, будем надеяться, что музей сумеет сделать из этого прекрасную, интересную экспозицию, и люди будут охотно, мне кажется, сюда приходить. Это наша история. Это история инженерного труда и мастерства людей, рабочих, которые это все время создали, эксплуатировали.